рамках подготовки вооруженных сил по предназначению в учебном году проведен учебно-методический сбор со специалистами службы противопожарной защиты вооруженных сил. Было отработано тушение условного пожара, организация взаимодействия, привлечение систем обеспечения, это МЧС, медицинская служба, в ходе тушения пожара на опасных объектах. Наша практика дальнейшего, скажем так, самосовершенствования, она будет продолжена, и мы будем работать в данном направлении. А самая наша главная задача – это не допустить и отрабатывать эти моменты только в учебных целях.